Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Геннадий Бабак, и это видео я посвящу выходу на ICO новой платформы. Она поможет начинающим, особенно инвесторам, разобраться в том, какие ICO стоит рассматривать для своих инвестиций. Сейчас это очень важный вопрос и очень такое неоднозначное мнение у большинства людей, стоит ли инвестировать в ICO, так как делится на два лагеря, в общем-то, инвесторы, те, которые считают, что вообще не стоит инвестировать, потому что это очень рисковый процесс, и те, которые считают, что только и именно этим стоит заниматься, как минимум, в ближайшие несколько лет, потому что ICO дают сверхприбыль. Скажу по своему опыту, что первое ICO, в которое я вложил $50, по-моему, просто хотел попробовать. На данный момент стоят эти токены уже, соответственно, 400, то есть 8 раз я увеличил свои инвестиции, ничего не делая, и эта цифра продолжит расти. Поэтому я лично считаю, что действительно за ICO будущее для нас как инвесторов, и эта программа, которая называется ICO Head Start. Этот портал, он как раз позволяет нам рассчитывать на то, что мы можем на этом неплохо зарабатывать, при этом используя, скажем так, наработки целой команды профессиональных финансистов, менеджеров, инвесторов и так далее. Итак, что это такое? Портал ICO Head Start позиционирует себя как портал и целое эко-пространство для инвесторов, которые хотят заниматься относительно безрисковым инвестированием в новые программы ICO. И вот для того, чтобы для них это было относительно все безрисково или с минимальным риском, этот портал будет осуществлять, и его команда специалистов будет осуществлять первичную оценку ICO. Первичную оценку тех программ, которые выходят на ICO, компании, которые выходят на ICO, и делается будет следующим образом. Все, что нужно сделать нам с вами, это просто зарегистрироваться, ссылочку я дам внизу в описании к этому видео, зарегистрироваться на этом портале. Дальше мы будем как участники, когда этот портал заработает, мы как участники будем видеть только те ICO, которые прошли уже командную оценку специалистами этого портала и получили так называемые ICO Head Start Seal Approval, да, то есть те ICO, которые проверены на безопасность, на то, какая там команда в этом ICO, какие у них были предыдущие успехи, потери там и так далее. В общем, делается комплексная проверка ICO. Уже только это очень сильно сокращает наши с вами временные затраты на то, чтобы мы, представьте себе, десятки ICO каждую неделю самостоятельно, ну, грубо говоря, мониторить, отслеживать, выбирать лучшие из них. Это достаточно сложно. Этот портал посвящен как раз будет тому, что вот эту работу будет выполнять команда как бы специалистов, которые в этом деле уже опытные, да, эту работу будут делать за нас. Итак, что нам нужно сделать? Мы регистрируемся в системе, заходим в свой личный кабинет, и мы сможем приобрести токены системы. То есть все будет работать через токены системы. Ну, так, в общем-то, это было бы и логично. И вот как это все происходит. Используя свой голос, то есть каждый член команды, каждый зарегистрированный член команды будет иметь право проголосовать за тот или иной ICO в рамках тех ICO, которые уже прошли как бы первичную оценку. То есть если мы видим, что окей, у нас есть три ICO, которые вот на этой неделе или в этот день нам показывают, что да, команда считает, что ICO классные, все будет окей, но все равно мы из этих трех, например, я считаю, что да, вот это мне больше нравится. И таким образом определяется, как бы комьюна определяет, в какое ICO стоит вкладывать деньги. Такая получается системная безопасность, да. И платформа ICO Head Start использует 80% от всей полученной прибыли для выкупа токенов, которые потом, ну вот мы их у них купили, они их у нас, соответственно, потом выкупают за счет прибыли, которая получена от участия вот в этих новых ICO. Да? Процесс запуска финансирования ICO примерно такой. Те ICO, которые успешно проходят проверку командой ICO Head Start, они будут представлены на портале для обзора всех его участников. Собственно, в своем личном кабинете мы будем их видеть. Да? Наше сообщество
вот сообщество инвесторов, решающую силу будет для выбора того ICO, которое будет финансироваться, я так понимаю, через эти токены всех участников. И, как обычно, вот они пишут, что да, 80% от полученной прибыли они реинвестируют в то, чтобы нам вернуть наши, грубо говоря, доллары или биткоин, или эфириум, что мы там инвестировали, для покупки мод, чтобы мы могли участвовать. Да? И еще раз о причинах. Итак, 90% грязной работы за нас выполняют специалисты ICO Head Start. То есть это то, ради чего мы туда регистрируемся. Это бесплатная регистрация, никакой комиссии с нас за это не берут. Все прекрасно. Мы получаем доступ к информации о тех ICO, которые прошли фильтрацию командой, да, получили статус, что да, окей. Дальше мы используем мудрость команды инвесторов. Одна голова хорошо, 10 тысяч лучше. Все-таки есть люди менее опытные, более опытные. Пользуемся как бы обществом комьюны, мнением комьюны для выбора ICO, в который идет, собственно, инвестирование. Ну и, соответственно, снижаем свои риски по инвестициям, потому что мы все инвестиции делаются через токен MOAT, а инвестиции делаются в разные программы. Например, в три программы мы сделали инвестиции, две из которых не пошли, а одна пошла, да, то есть мы не потеряли все деньги. Таким образом происходит диверсификация. В общем, я для себя нашел этот проект очень интересным, с учетом особенно того, что от нас, собственно, ничего не требуется. Просто регистрируемся на сайте ICO Head Start. Сейчас токены купить еще нельзя, по крайней мере, я эту кнопку не нашел. Но сама регистрация доступна, через 28 дней будет выход уже на ICO, и мы сможем купить вот эти, собственно, монетки, через которые все это будет осуществляться. Если вам это показалась информация интересной, пожалуйста, жмите вот на кнопку «Зарегистрироваться на сайте ICO Head Start», регистрируйтесь, и потом просто вам на email будет приходить информация о том, что там, когда, что можно купить и так далее. Также для себя могу сказать, что я отложу за это время, за месяц, какое-то количество денег на то, чтобы купить первичные токены подешевле. То есть задача наша в самом начале купить эти токены подешевле, потому что буквально через месяц они будут стоить в 2-3 раза дороже, и мы уже только на этом сможем заработать. Они также будут торговаться на внешних биржах, то есть это обычная криптовалюта, которая должна расти, так как сообщество растет, потому что идея сама великолепная, значит, будут они пользоваться спросом. Ну, собственно, вот вся информация. Пожалуйста, подписывайтесь на мой YouTube канал, если вам показалась она интересной. Заходите на мой блог profitmania.ru. Искренне желаю вам удачи, успеха в 2018 году.